Новый ресторан «Розмарин» на Петроградской стороне и компания «Экофиш», производитель и поставщик высококачественной рыбной продукции, представляют мастер-класс по приготовлению рыбных блюд при участии шеф-повара ресторана Александра Князева. Тема нашего мастер-класса – это рыба. Рыба, в частности, морская, пикша, треска, зубатка. Поставщик этой рыбы – компания «Экофиш». Являясь частью одного холдинга с компанией «Экофиш», ресторан «Розмари» имеет уникальную возможность получать эксклюзивную для Петербурга исключительно свежую рыбную продукцию напрямую из Мурманска. Компания «Экофиш» замечательная компания. Почему? Потому что такого качества в Санкт-Петербурге я не видел. И вряд ли когда-то увижу. Посетители мастер-классов узнают много интересных тонкостей поварского искусства и принимают непосредственное участие в приготовлении блюд. Что мы сделали? Пришла рыба, разделали ее, сложного ничего нету. Есть просто вопрос в чем? Есть какие-то простые наименования рыбы? Это простые наименования рыбы. Это пикша, зубатка, треска. Там кто-то, может быть, котов ей кормит и так далее. Но можно из этой рыбы простой делать очень интересные вещи. Очень интересные вещи, очень вкусные. Ну, например, ризотто. Взять наши водоросли, морскую капусту сушеную, взять рис, сливки и сделать ризотто с этой же треской, с этой же зубаткой и добавить туда еще наших водорослей, это получается очень вкусно. На мастер-классе по приготовлению локальной северной рыбы гости узнали, как правильно готовить треску, пикшу и зубатку. Вся эта рыба также представлена в меню ресторана в разнообразном исполнении. Сегодня будем запекать зубатку с пророщенным зерном пшеницы и соусом фюме. Берем зубатку. Сверху зубатки кладем тимьян, базилик, соль, перец, оливковое масло. Ставим в печь. Готовится стейк весом 200 грамм 15-20 минут. Параллельно мы берем, греем бульон, засыпаем туда пророщенное зерно, кинза, острый перец, подсаливаем. Через сито выливается бульон, горочка зерна и на нее уже запеченную зубатку. А уютная атмосфера, лаконичный интерьер и легкая музыка создают прекрасный фон для того, чтобы насладиться изысканным вкусом даров Северного моря. Ресторан «Розмари», улица Сытнинская, 14, телефон 232-66-40. Компания «Экофиш», рыбные продукты высочайшего качества. Телефон 313-14-47.